Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Здесь есть все, что вы ищете о знаменитых турках. Энгин Айкурик в своем недавнем интервью сделал заявление, которое удивило журнальный мир. В беседе с журналом Le Officiel Айкурик искренне поделился своими взглядами и чувствами по поводу любви. Эти яркие заявления актера глубоко тронули его поклонников и подписчиков. В начале интервью Айкурика спросили, что он думает о любви. Актер сделал неожиданное признание, сказав: «Я никогда не смогу влюбиться». Эти слова вызвали любопытство к его эмоциональному миру и получили широкое освещение в средствах массовой информации. Объясняя свое отношение к любви, Айкурик рассказал о своем прошлом опыте и приоритетах в своей жизни. «Для меня любовь – сложное чувство», – сказал он, подчеркнув, насколько важна для него эмоциональная жизнь. Однако он также заявил, что сейчас не чувствует себя готовым к полноценным отношениям. Эти заявления Энгина Айкурика получили широкое освещение в социальных сетях и бульварной прессе. Четкая позиция актера в отношении любви вызвала разную реакцию со стороны его поклонников и последователей. Хотя некоторые люди были удивлены этим заявлением, другие оценили его искренность и честность. Журнальный мир с любопытством стал ждать, чтобы узнать больше подробностей об эмоциональной жизни Айкурика. Думается об этих новых заявлениях о личной жизни актера, а также о его карьерных достижениях будут говорить еще долго. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.